комнате в этой тусуются. Не шумим. Мне наши сказали, тут юсеки бродят. Надо аккуратней. Повтори. Работаем тихо. Выбирал, что ответить, но я надеялся на это. Верь, ты? Я, да. Минус один. Минус второй. Ох, флик был хороший. Все, вроде я двоих слышал. Но аккуратно. Ага. Не увидел тебя, прости. Мискузи. Бля, вы меня пришли рашить или я вас, бля? Китайцы, давайте как-то, ну, поувереннее. Так этот файт никогда не решится. Так, один справа. Репик, сучка. Так. Одного я взорвал, мне кажется. Ты закроешь дверь сегодня за собой? А вот один взорванный. Да. Все за сумкой. У-ля-ля. Так. Откуда он взялся только такой интересный? Тут еще есть. Хедшот. На втором этаже. Перезаряжай, блядь. Нет. Я просто дотек от крови. Ну серьезно, игра, блин. На изи можно было бы всех остальных размотать. Ходит по дереву внутри.
Плюс один. Минус второй. Еще. Минус третий. У меня еще патронов много, ребята, давайте. Лежат курявчики. 56-й, так, сюда. Не на уровне хлебушка, а нормальных как бы игроков, я имею в виду. 52-й. Ребятишки. Пацаны, да сладкие они, не стык. Откуда они взялись? Они через бар успели пробежать? Через кафешку эту угловую, что ли? Как-то они быстро сделали. Деда, спасибо. Ходят по комнаткам. Минус два. Не понял, а чем мы тут бегаем? Ветер гоняем. Что за? Только в крафте. А крафтить патроны 16 часов ради одного рейда. Блять, они знают про меня. На. Эш. Еще? Нет? О, да ладно, бля. Думаю, красиво будет. Только двоих. Двоих неинтересно, бля. О! Блять. Я двоечник. Портанчик. Чуть не отъехал, ё-моё, блин. Чё за коммент? Ну, типикал срыватель покровов. Самый первый, единственный, кто зашел ко мне на ролики.
Вот. И сразу же раскрыл. То есть, что я играю с радаром. Ну, очевидно, что я играю с радаром. Просто я очень хороший актер. Всегда, когда я удивляюсь, пугаюсь, это я все вот наиграно, короче, все, понимаете, сейчас. На самом деле все это, ну, актерское мастерство, понимаете. Так-то я видел его на радаре, этого типа, я увидел, что он сидит на радаре. Просто решил вот так, типа, красиво отыграть, якобы я его испугался. На самом деле-то я, конечно, не испугался. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные, во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.